В Самаре открыли новый театральный сезон. По традиции в Доме актера творческие площадки региона представляли своих новобранцев. Призывная кампания прошла в формате капустника. Впервые себя презентовала целая труппа. В этом году на Безымянке появился молодежный драматический театр. В его репертуаре 12 готовых спектаклей, а в составе 17 артистов. Впереди насыщенный сезон, ведь 2019 был объявлен годом театра в России.